Всем привет! Сегодня к нам попало 16 образцов различных вод, которые можно купить в магазине или заказать в 20-литровке к нам домой или в офис. И вот такие два прибора. ТДС-метр и pH-метр. ТДС-метр, кто не знает, определяет минерализацию воды в ppm-ах. И pH-метр определяет кислотно-щелочной баланс воды. В двух словах про pH значение. Значит, рекомендуют пить pH между 8, 9, 10, более щелочную воду. Вот. Так как мы употребляем много кислой еды, нужно держать баланс, равновесие. И ТДС-метр определяет минерализацию воды. 0 это дистиллированная вода, замечательная чистая вода после обратного осмоса. Если в ней что-то полезное, хороший вопрос. И чем больше ppm ТДС-метре показывает, значит, тем больше вода богатая калием, натрием, магнием и так далее и тому подобное. Ну что, поехали! Всем приятного просмотра! Ну что, дорогие друзья, поехали! Также хочу сказать, что данное видео не нацелено дискредитировать какого-либо производителя. Просто мы хотим разобраться, что мы пьем, и сравнить ее между остальными прекрасными водами, которые продаются у нас в Украине. Так, поехали. Измеряем Моршинскую, номер один. 109. Минерализация. Так. 109. PH. Семь и семь. Зафиксировали. Едем дальше. Грузинская водичка. Давайте чуть-чуть ближе. 0,88. Зафиксировали. PH 8. Зафиксировали. Трускавецкая варта. 219. 219. Замечательное значение. PH 8. 8,7,9. Зафиксирую. Бонаква. 387. Вот так вот. Природная водичка какая чистая. 8 pH. Поехали. Бонаква. Точнее, извиняюсь. Бон Буассон. 130. pH 8,7. Миргородская. 288. Зафиксировали. pH 8,3. Едем дальше. Моршинская 3-литровая. 0,98. Так. 0,98. Зафиксировали. PH 8,2. 7,8. И контрольный. 7,7. Немного ниже, чем у бутилированной полтора. Поехали. Трускавецкая. 392. Поехали, PH 8. Аквалайф 343. Вот такое значение. PH 8,1. Зафиксировали. Приближаемся дальше. Сместим нашу видеокамеру. Эвиан 284, 282.
Есть. Паш. 8. 7,8. Зафіксували. Вода питна, очищена, не газована. Вигода. Фух, ну, я не знаю, что там, но я думаю, что-то близкое к нулю. Нет, нет, 208. 208. Неплохая водичка. Можно пить. PH 7,9. 7,8. Зафиксировали. Девай, правильно читается, ТИС. Девайтис. 12. 181. Зафиксировали. PH 8,3. 8,3. Зафиксировали. Теперь Знаменовская. 236. Неплохое значение. PH 8,4. Тоже отличное значение. Бювет. Не газовано. 331. 333. А вот такая негазированная водичка. Включим наш. 335. 333. Вот так вот. Едем дальше. 8. 7,9 PH. 7,8. Зафиксировали. И вот самое интересное напоследок. Дистиллированная вода. Идеально дистиллированная вода. ТДС ppm должен показать 0,01. 0,38 дистиллированной воды. PH. 8,1. И теперь вода водолей. Все увидели 0,08. Без комментариев. PH 8,4. Вот такой получился обзорчик. Ниже будет представлена таблица Google Doc, где будет все сравнительно показано в табличной части. Так что спасибо за обзор, спасибо за просмотр. Думай. Всего хорошего.